Андрій Ігорович, слово надається Клімовій Олені Михайлівні, професору Державного установи Інституту загальної невикладної хірургії імені Зайцева Національної академії меднаук, співавтори Дроздова, Лавінська, Калашнікова, Мережка, Биченка, маркери імунної відповіді у хворих на SARS-CoV-2, асоційованої невідкладної хірургічної патології. Будь ласка, Олена Михайлівна. Глубоко уважаемый Валерий Владимирович, разрешите поблагодарить вас от коллектива нашей лаборатории Института общей неотложной хирургии за приглашение на такой форум. Действительно, 130-летие вашего института – это действительно очень большое событие и очень ознаменовано тем, что в этот момент здесь собрались люди, которые не безразлична судьба, наверное, народа, населения Земли и, в частности, нашей страны. И те, которые прекрасно понимают, что если мы объединим свои усилия, то, наверное, мы сможем как-то, в общем-то, побороть те инфекционные факторы и те нарушения иммунитета, которые мы видим у людей в связи с этой инфекцией, с другими инфекциями, ну и также с другими заболеваниями. Значит, наш доклад представлен как маркеры иммунного ответа у больных с SARS-CoV-2, которые ассоциированы с неотложными хирургическими состояниями. В клинике нашего института уже много лет нам приходится исследовать именно этот контингент больных с угрозоопасными критическими состояниями. Хирургических больных – это сердечно-сосудистые патологии, больных с абдоминальной патологией. Ну и, конечно, в период SARS-инфекции мы теперь сталкиваемся с так называемыми коморбидными состояниями. Тогда, когда те тяжелые больные, которые поступают у нас к нам в клинику, оказывается, что они инфицированы, у них не выявляли антитела, и ПЦР-реакции у них были отрицательными. То есть они попадают в клинику, и к их неотложному хирургическому состоянию прибавляется еще то состояние, которое обусловлено вирусной инфекцией COVID. Ну, мы знаем, что в этот период, конечно, 2020-2021 года всем больным с COVID-инфекцией для всех больных разрабатывались определенные протоколы, но, на наш взгляд и по мнению нашего руководства, нашего директора, конечно, самой трудной задачей является оказание помощи больным с неотложной хирургической патологией. Потому что, когда они попадают к нам в клинику, там есть больные и с иммунодефицитными состояниями, я об этом буду говорить, и с коагулопатиями, и с вот тем самым цитокиновым штормом, который мы в клинике давно уже называем не цитокиновым штормом, а системной воспалительной реакцией. Потому что все вот эти провоспалительные цитокины, о которых мы все время говорим в связи с SARS-инфекцией, они, в общем-то, изменены у пациентов с хирургической патологией. Ну и, конечно, очень затруднена антимикробная терапия у хирургических больных с угрозоопасными состояниями, потому что, как правило, критические и угрозоопасные состояния в хирургии, они тоже являются следствием когда-то развивающейся инфекции в организме, будь то даже сердечно-сосудистая, ну и, конечно, абдоминальная патология. И в организме уже сформирована так называемая иммунологическая память, сформирована какая-то метаболическая память, которая обуславливает вот тот иммунный ответ, который они уже, так сказать, имеют на этот момент. И встретившись с вирусной инфекцией SARS-CoV-2, у них также развиваются очень гетерогенные реакции. Сегодня об этом тоже говорили, и во всех статьях, которые мы читаем по COVID-SARS-2, указывается авторами на то, что чрезвычайно гетерогенны эти заболевания. Но присоединение вирусной инфекции и осложняет течение неотложной хирургической патологии.
Необходимо учитывать вот эти индивидуальные варианты иммунного ответа и разрабатывать какие-то диагностические алгоритмы для разных категорий больных. Ну, я не хочу сказать, что мы уже разработали диагностические алгоритмы, но мы пытаемся осуществить какие-то подходы к этому. Что было отмечено нами, что оказание помощи неотложной этим хирургическим больным, хотя имеется колоссальный риск оперирования этих пациентов в момент, когда у них еще и ковид-инфекция присоединяется. Но все-таки есть определенные, так сказать, взгляды на то, когда можно, когда нельзя этого делать. Многолетние исследования больных с угрозоопасными состояниями при хирургической патологии позволили выявить предикторы так называемого первого и второго уровней выраженных иммуновоспалительных реакций. Вот это мы слушали иммунолога из Пастеровского института в Париже. Он тоже говорил о том, что, конечно, большой заслуга является Мечникова, работавшего во многих направлениях, в том числе, что им разработана теория сепсиса. С сепсисом очень часто мы сталкиваемся именно при неотложных хирургических состояниях. И вот я бы хотела сказать, остановиться на тех основных нозологических формах, даже не нозологических, а просто систематизировать эти хирургические состояния неотложные. Но я уже говорила, сердечно-сосудистая патология – это инфаркты, это тромбозы, это тромбоэмболии, но коронарных артерий и магистральных сосудов нижних конечностей. Это печеночная патология, это циррозы, гепатоспленомегалии, рецидивирующие кровотечения, почечная недостаточность, как тоже такая патологическая, различные тоже опухоли почек, и метаболический ацидоз. Вот с этими состояниями мы связаны, в общем-то, тем, что мы, необходимо диагностировать эти состояния у тяжелых хирургических больных. Какие же используются методы? Конечно, иммуноферментные, об этом говорили, методы флуоресцентной микроскопии, методы проточной цитофлюориметрии, и просто иммунологическая микроскопия световая и конфокальная микроскопия. Какие же предикторы воспаления мы наблюдаем у хирургических больных? Значит, так же, как и при ковиде, происходит инфильтрация в зону воспаления фагоцитирующих, антиген-презентирующих клеток, об этом сегодня тоже говорили. Это нейтрофилы, макрофаги, дендритные клетки, которые в этой зоне воспаления есть. Также поднимается цереактивный белок. Как правило, у хирургических больных, которые являются хроническими больными, я подчеркиваю, я буду обращать ваше внимание еще в дальнейшем именно на хронизацию процесса и формирование вот этой иммунологической памяти. У них цереактивный белок, как правило, у неотложных больных, он повышается в среднем до 24 единиц, иногда до 90. Прокальцитонин является очень важным диагностическим тестом, так как у хирургических больных он фактически является маркером бактериальной инфекции. И вот выбор тактики лечения у этих больных, когда мы видим повышение прокальцитонина, очень является важным диагностическим тестом, и выбор тактики лечения только тогда, только в том случае необходимо назначать антибиотики. Конечно, интерлейкин-6. Интерлейкин-6 у наших больных с угрозоопасными состояниями хирургически, он всегда повышен. Видите, более 10. Очень интересный маркер, он сейчас активно применяется для диагностики септических состояний и разных стадий воспалительных реакций, это пресепсин, который, в общем-то, может повышаться на 10-30%. И пресепсин является секреторной молекулой, которая отрывается от антиген-презентирующей клетки в виде вот того самого CD14 рецептора. На этой схеме показаны критерии воспаления у хирургических больных на разных этапах инфицирования коронавирусом.
И здесь мы, у нас другого выхода не было. Мы пока, в общем-то, владеем только этой информацией и можем подсчитать в процентном отношении, как, у какого количества процентов развивается так называемое иммунодефицитное состояние, у какого количества процентов, вы здесь видите, развивается именно вот тот самый цитокиновый шторм или системная воспалительная реакция. Первая колонка – это те показатели, которые мы считаем, первые две строчки так называемым предиктором первой линии – это лейкоцитоз, конечно же, и, или лимфопения, или наоборот лимфоциты увеличиваются. Также и с нейтрофилами бывает у некоторых пациентов, у тех, у кого разовьется этот самый цитокиновый шторм, как правило, это будет лимфоцитоз, а у тех, у кого будет формироваться в отдаленном периоде иммунодефицитное состояние, это будет уже лимфопения. Но, конечно же, цареактивный белок, о котором я говорила, про кальцитонин. И если смотреть на центральную колонку, это хирургическая патология в остром периоде COVID-19 инфекции. Значит, лимфопения уже немножечко иная, вы видите, тромбоцитопения развивается, нейтрофильный лейкоцитоз, то есть нейтрофилов побольше, ЦРБ взлетает до 190-200, и, конечно же, увеличивается прокальцитонин. Но прокальцитонин увеличивается только у 15% пациентов. Это свидетельство того, что остальным пациентам не надо выполнять тот самый протокол, который есть у нас сегодня, по профилактическому применению антибиотиков. В общем-то, эти антибиотики сделают погоду совсем, ну, плохой в иммунологическом плане. Ну и, конечно же, гипертермия. И последняя колонка, наиболее интересная, для, на мой взгляд, это хирургическая патология осложненная, те нозологические формы, о которых я сегодня говорила, в позднем постковидном периоде. Многие эти пациенты с рецидивами своих заболеваний, ну или для планового диагностики, поступают к нам в институт и в отдаленном периоде. Ну что мы видим у этих пациентов? Казалось бы, уже, в общем-то, человек не болен, и вышел он из этого цитокинового шторма. Это то количество пациентов, у которых он развился, потому что у некоторых, наоборот, иммунодефициты разовьются. А что мы наблюдаем? Значит, мы наблюдаем лимфопению, вы видите, у 54 человек, нейтропению у 54 и сдвиг в сторону незрелых форм у 34%, и С-реактивный белок 96, это очень много. Я не знаю статистики по пациентам, которые, так сказать, не являются хирургическими больными, но считаю, что, в общем-то, вот этот отдаленный период, он характеризуется очень неблагоприятным изменением вот этих показателей, о которых мы сейчас говорим. И у 25%, у 29% может повышаться прокальцитонин. То есть, очевидно, это те пациенты, у которых есть иммунодефицитное состояние, у них не сформировался именно тот самый цитокиновый шторм, как мы говорим. Они сами справились с ним, небольшое количество цитокинового шторма у пациентов, с цитокиновым штормом мы наблюдали. Но хотела бы поговорить еще несколько слов сказать о С-реактивном белке, который синтезируется мгновенно, через 4 часа после начала воспаления, и связывается с хроматином и гистонами, то есть фактически очень многих клеток. Но описывают действие этого белка неоднозначно, то есть вот эта гетерогенность клиническая, она связана и с полиморфизмом взаимодействия, клеточного взаимодействия иммунокомпетентных клеток и клеток-продуцентов различных пептидов. Значит, и они образуют связки определенные с клеточным дебрисом, который связывается с толк-лайк-рецепторами вот тех самых иммунокомпетентных клеток, с толк-лайк-рецепторами макрофагов, ну и других не только иммунных клеток.
распознает фосфолипиды бактериальных мембран и активирует С1 фрагмент комплемента. Мы сегодня не имеем возможности говорить об изменении С5 фрагмента комплемента, которым нам было представлено в данных из Парижа, но мы поговорим сегодня о наших пациентах и С1 фрагменте комплемента, и С3 и С4 фрагменте комплемента. Ну и также продукции ЦРБ с дебрисом активируют комплемент по классическому пути, то есть С4 фрагмент, ускоряя процессы фагоцитоза и удаляя ПАМП. С одной стороны, хорошо, правда же, активация фагоцитоза, функция антиген-презентирующих клеток, но с другой стороны, иногда есть такая пословица, что все должно быть в меру. Плохо, когда мало, когда плохо работают иммунокомпетентные фагоцитирующие клетки, и очень плохо, когда их функция гиперполизирована. Так вот, я буду говорить о тех белках, которые дополнительно активизируют клетки иммунной системы наряду с толк-лайк рецепторами. Значит, мы видим, что опять-таки хирургические больные имеют С-реактивный белок, у стольки-то процентов он повышен. Ну, не буду повторяться, С3 фрагмент у стольки-то пациентов повышен, а вот С4 фрагмент комплемента, он снижен, но повышены циркулирующие иммунные комплексы, продукт антиген, антитело, комплемент. То есть вот эти циркулирующие иммунные комплексы, они всегда повышены у хирургических больных. В остром периоде в ковиде тоже мы видим повышение С4 фрагмента комплемента и считаем, что это важный диагностический критерий тоже. А вот у постковидных больных в отдаленном периоде вы видите, как все стрелки взлетают вверх, и у большого количества пациентов есть изменение этих параметров. На этом слайде представлены данные о других белках, которые являются тоже острофазовыми. Это так называемые гаптоглобины, циролоплазмин. Ну, я не знаю, видно ли здесь. Видно, да? Что, в общем-то, все эти белки, их концентрация очень меняется относительно нормальных референтных значений у больных с хирургической ковид-ассоциированной патологией. Но активация белков системы комплемента у пациентов с ковид-ассоциированной патологией, здесь, в общем-то, вы видите при разных видах нозологических форм, сердечно-сосудистой, как взлетают эти белки, как они изменяются и повышаются при абдоминальной патологии. Ну и, в общем-то, видно, что действительно эти белки являются диагностически значимыми фрагменты комплемента, и они усугубляют течение той самой системной воспалительной реакции у пациентов при развитии цитокинового шторма. Про кальцитонин, о котором я говорила, вы видите, что у 29% постковидный период повышается этот показатель. То есть бактериальная инфекция на фоне вот этого ковида иммунную систему ослабляет, нарушается иммуногенетический контроль и развивается бактериальная инфекция. Прогностическое значение сочетания маркеров. Значит, высокий ЦРБ, низкий прокальцитонин, инфекционное воспаление. Высокий ЦРБ, высокий прокальцитонин, наличие системной бактериальной инфекции. Высокий прокальцитонин и его увеличение в течение дня – это фактор летального исхода, фактор развития того самого сепсиса, септического состояния. Ну и вы видите другие диапазоны изменения этого показателя при разных состояниях. Ну, я хотела бы вернуться к пресепсину, к этому фактору, который характеризует, помимо тех традиционных, которые мы исследуем всегда пациентов, тяжелых, ургентных, это мочевина, креатинин, то есть шлаки. Сегодня во всем мире, в общем-то, большое внимание уделяется пресепсину. Пресепсин – это тот самый
рецептор CD14, ЛПС, связывающий белок, антиген, презентирующий клеткой, которые от нее отрываются и накапливается уже в кровотоке, и он является критерием очень плохого исхода. То есть это большая степень риска летального исхода. Ну вот, обратите внимание, здесь тоже эта самая антиген-презентирующая клетка. Вот она в углу, да? Левый, правый угол, да? И здесь показан этот CD14 рецептор макрофага. Вот он, когда экспрессируется нормально, здесь видно на проточной цитофлюоримметрии, что у пациентов с ковидом он не представлен 95-98%, а его значительно меньше. То есть его величина, ну, на 20, а иногда на 30% меньше. То есть экспрессия меньше, значит, в сыворотке крови появляется тот самый пресепсин, который является маркером уже, в общем-то, септического состояния. Изменение субпопуляции лимфоцитов тоже очень интересно. Сегодня Андрей Игоревич говорил о том, что для борьбы с ковидом важен, конечно, тот самый Т-клеточный иммунитет, те субпопуляции лимфоцитов, которые обеспечивают киллинг зараженных вирусом клеток. Но вы видите, как меняется, значит, здесь тоже у хирургических больных, как представлены эти субпопуляции, и как представлена субпопуляция, вот та самая, которая CD14, популяция, она снижена, значит, количество вот этого фактора, который характеризует уже иммуновоспалительную реакцию, накапливается в организме больше. Ну, также мы изучали еще и костимулирующие клетки, регуляторные клетки, пока таких четких у нас представлений об этом нет, но тоже, в общем-то, изменяется это количество больных, которые имеют дефект в этих регуляторных клетках, также, в общем-то, увеличивается. Ну, здесь представлены те самые регуляторные CD4, CD25 плюс CD127 регуляторные клетки, которые борются с вот этим гипервоспалительной реакцией. Они тоже у этих пациентов, вы видите, на проточной цитофлюораме, тоже, в общем-то, эти клетки снижены. Ну, а это, в общем-то, тоже наша находка, которая нам очень нравится. У многих больных, у которых вот то самое коморбидное состояние, ургентная хирургическая патология плюс ковид, у них выявлены так называемые нейтрофильные ловушки. То есть нейтрофилы, вот эти спецназ иммунной системы, которые пытаются разрушить, убить, уничтожить клетки инфицированные, они не в состоянии осуществить нормальный эндоцитоз, так сказать, антигенов. Они выбрасывают свою ДНК, вот вы видите, да, наружу, и они способны вот этой ДНК, выброшенной как сетью, захватывать вот эти патогенные элементы, вот те антиген-ассоциированные паттерны молекулярные, которые являются, так сказать, антигенными субстанциями. Сегодня будут представлены еще два доклада из нашей группы. Мы будем говорить о том, как ведут себя животные, инфицированные сывороткой, экспериментальные животные, инфицированные сывороткой, ну, будем говорить, больные с определенными клиническим течением ковид-ассоциированной хирургической патологии. Ну, и вы здесь видите тоже на верхней фотографии фагоцитирующие, потенциальная возможность фагоцитирующего нейтрофила по акридиново-оранжевой метке. Фактически микроорганизмы, которые были захвачены фагоцитом, они имеют зеленый цвет в начале инкубации. Когда инкубация происходит фагоцита с этими клетками, то если идет процессинг, если идет фактически эндоцитоз, если лизосомальные ферменты переваривают микроорганизмы внутри этого фагоцита,
то там идет высокомолекулярная фрагментация ДНК этих микробов. И они приобретают уже не зеленый цвет, а приобретают красный цвет. Но вы видите, что зеленых бактерий, так сказать, нактивных, нетронутых ферментами лизосомальными, их очень много в нейтрофиле. А вот после двухчасовой инкубации всего несколько переварены, да, а все остальные они остались. То есть фагоцитоз нарушен. Ну, а здесь на графике видно, что тоже от референтных значений эти показатели очень отличаются. Здесь так называемый НСТ-тест, который характеризует кислородозависимый фагоцитоз. Кислородозависимый фагоцитоз характеризуется тем, что взлетают показатели так называемого нестимулированного фагоцитоза, эндоцитоза, связанного с активизацией NADH-реакции. А стимуляция, которую мы делаем фагоцитов инвитро для того, чтобы проверить их кислородный резерв, фактически она на уровне спонтанной. И это свидетельство того, что здесь у них очень низкий кислородный резерв. А вот на этом слайде с помощью конфокальной микроскопии показано, как работают так называемые активные формы кислорода, или по-английски РОС. Значит, вы видите, что митохондрии, которые участвуют в NADH-реакции переваривания антигена, справа, они, в общем-то, светятся яркими красными точками такими, да, и в процессе фагоцитоза вот этих активных форм кислорода накапливается ровно столько, чтобы переварить антиген. А на серых фотографиях уже нет ничего. Активные формы кислорода сработали таким образом вместе с белками системы комплемента, вместе с циркулирующими иммунными комплексами и так далее, сработали настолько, что уже фактически мы видим только эритроцитарные тени. Никаких нейтрофилов здесь уже нет. То есть активные формы кислорода сжигают все. Ну, а на этой картинке я хочу обратить ваше внимание. Я еще могу? Или уже все? Все, да? Все. Ну, на этой картинке единственное хотела бы сказать, что сегодня показано и доказано, и об этом мы уже тоже сегодня неоднократно говорили, что не только АЦ2, превращающий, ангиотензин превращающий фермент, является, рецептор к нему является теми входными воротами в организм человека, но также являются и входными воротами так называемые толк-лайк рецепторы, которые находятся на иммунокомпетентных клетках. Сегодня об этом тоже говорили в двух докладах. Ну, я бы два слова хотела сказать, что на наш взгляд еще моноцитарный хемотоксический белок 1 большое диагностическое значение имеет. И наряду с цитокином 6, который характеризует, в общем-то, цитокиновый взрыв, на наш взгляд, более ярким маркером, прогностическим маркером наступления цитокинового шторма является интерлейкин 18. Ну и я бы хотела сказать, что мы выявили большой спектр антинуклеарных антител, уникальных только у пациентов с ковидом, но я их не буду перечислять. Это тоже, в общем-то, находка, и считаем, что те осложнения, которые есть в постковидном периоде, могут быть в частице связаны и с наличием этих антител. Ну, вот эти маркеры, которые мы изучали, и которые мы считаем, что ими можно пользоваться как прогностическими. Ну, спасибо за внимание.